Всем привет, с вами Алексей Ваньков. Сегодня у нас воскресенье, и на улице ужасная погода. Ветер, дождь, град, чего только сегодня не было. Пошли погулять с сыном, пришлось вернуться, потому что просто невыносимо. Мелкого просто сдувало нафиг. Значит, как вы все, наверное, знаете, у нас в Великобритании карантин, то есть, как карантин, ограниченное передвижение в плане того, что мы можем передвигаться в аптеку, мы можем ездить в магазин за необходимыми продуктами и на работу, если это необходимо и имеет необходимость. Соответственно, выходные мы сидим дома. Периодически у меня есть разрешение выезжать на определенные фермы, в определенные места, где кролик или олень наносит какие-либо конкретные повреждения и ущерб урожаю, то есть и там можно, грубо говоря, проводить какой-либо отстрел или активность. Но на этих выходных у нас ничего не намечалось. Вот кроме сегодняшнего, грубо говоря, ужина, скажем так. Вот он прилетел, ужин. Голубь, вяхрь, лесной вяхрь, да. Попадание пришлось аккурат в голову, на вылет. Вот здесь вот оно вышло. Сюда оно попало сказочно. Вот буквально за глаз. То есть попадание было отменное, выстрел, я не знаю, вот там вот дерево, вот оно, его видно, оно буквально в метрах 25. Перед вами воздушка Hudson AT-4410 Tactical, 22 калибр, 5.5 мм, да, максимальное давление у него 200 бар, я так понимаю, это 200 атмосфер. Турок, причина, по которой я купил эту, а, ну вот еще, да, Nikon Sterling 3x12x56, оптика очень хорошая. То есть причина, по которой я купил эту воздушку несколько лет назад, потому что она мне приглянулась и понравилась тем, что у нее есть три магазина. Два магазина запасных аккуратненько находятся в, грубо говоря, самой прикладе. В самом прикладе этой воздушки переносится очень удобно, ну и позволяет вам одновременно носить с собой 30 зарядов, что в принципе достаточно для любой охоты и стрельбы в принципе. Этих 30 зарядов позволяют сделать хороших, грубо говоря, 30 выстрелов с максимальной мощностью этой воздушной винтовки. Затвор, понятное дело, это у нас фиксатор самого магазина. Оптика у меня стоит на 6, в принципе, дальше мне смотреть не надо. И очень хороший нюанс, почему я взял Tactical, потому что у него, у этой модели, меняется дистанция приклада, да? Поскольку у меня 4-летний, почти 5-летний сын, я посчитал, что это будет очень удобно для него, для практики, слышно, он там на заднем плане пищит. Вот. Очень удобная вещь. Сейчас мы попробуем, сейчас я покажу, как я быстренько разбираю голубя и приготовим грудки голубя себе на обед. Что, как мне кажется, вы все прекрасно помните, кто смотрел мои видео по разделке вяхрей и голубей. Все очень-очень просто. Мы даже не будем ни с чем мучиться. Просто открываем. Открыли тушку. Ножик Владимира Березкина. И вот, пожалуйста. Красивая грудка нам на обед. Раз. С остальным даже не будем возиться. И два. Просто не имеет ни смысла, ни нужды. Ну.
Все очень просто. Здесь у нас просто соль и перец, свежий голубь, вяхрь, черный хлебушек. Так, что у нас здесь есть? Не густо, но вот можно спинач, свит чили, сладкий чили соус. Наверное, все. Мелкий песится на заднем плане. Так, больше тут нечего нам добавить. В принципе, свит чили есть, хот чили, майонез. Нет, майонез не надо, укроп. Не знаю, не хотеку. На максимальном огне сейчас обжарим грудку. Сама идея в приготовлении грудок голубя, вяхря, это, грубо говоря, постоянное переворачивание. То есть не оставлять долго, как стейк, например, не оставлять долго на одной стороне. Максимальный огонь. Сейчас будем все подавать. Тут у нас все очень своеобразно. Свежее, чем это, быть не может. Это уже готово. Очень просто и очень вкусно. Наверное, окошко открыть, чтобы не задымило сильно. Честно скажу, на данный момент он у нас получается очень рэ. Да? Что в принципе не ужасно. Но в этом причина, да? Причина в переворачивании того, чтобы. И теперь это можно все вернуть, извиняюсь, все вернуть назад. Самое главное. Оставить, чтобы мяско постояло немножко. У нас там ничего больше не прилетело. Я не знаю, вот там вот видите сидит. Вот там сидит ворон. А ворон нам не интересен. Вот так вот. И все. Конфорку выключаем. Выкладываем все на досочку. Желательно все в одну кучку, чтобы оно держало температуру все вместе. И после этого накрываем фольгой. Минутки на полторы, чтобы оно отдохнуло. Так, ворон слетел, да. Так, что у нас есть к этому? Что у нас здесь есть? У нас здесь есть... Капперберг какой-то, клубничный сидр. А почему нет? Клубничный сидр тоже в тему. Вот, пожалуйста, соки из него просто текут. И свит чили. Сладкий чили у нас немножечко. Ножа нету, ну да ладно.
обед прилетает сам. Сказка.